Привет! Это расклад на такую тему. С кем вы будете счастливы? Это карты Ленорман. И это именно карты, заговоренные на счастье. Языческий Ленорман. Здесь две пары есть. Много карт людей, есть дополнительные карты. Они очень много информации дают, с кем в итоге вы будете счастливы. Может, у вас есть два претендента на ваше счастье. Может быть, есть два человека, которые хотели бы быть с вами. Которые хотели бы, чтобы вы обратили на них внимание. Может быть, вы живете с одним, а думаете о другом. Такое тоже бывает. Бывает у многих. Может, мы думаем вообще о вымышленном герое. Кстати, картинка в голове – это ваша самая настоящая реальность. Так что, может быть, это ваш идеал. Мы все знаем, что нужно стремиться к идеалу, но идеала не бывает в природе. Он бывает только в идеале, как эталон. Ну, вы знаете все это сами. А я хочу посмотреть, есть ли вероятность, что ваша жизнь поменяется относительно личной жизни. Ну вот, мужчина вышел сразу. Я в восторге от этих раскладов. Вы знаете, я очень счастлива их делать. Все, не буду больше о себе. Но вы сами видите, я всегда в восторге, потому что со мной карты так разговаривают потрясающе. И они вам приносят такую новость, что вы будете счастливы. С кем вы будете счастливы? С тем мужчиной, который вас любит, потому что здесь у нас туз червовый. Это тот человек, который хочет с вами иметь домашний очаг, общий быт, который хочет вас на руках носить, хочет делать для вас все, что нужно, чтобы вы были счастливы. То есть это человек любящий, теплый, добрый, внимательный, заботливый. Это все карта мужчины в Ленорман. Кольцо. Этот человек предложит вам руку и сердце, вам даст кольцо, вам даст подарок свою жизнь, свое сердце, вам даст подарок все, что обещал, кстати, выполнит обещание. Кольцо – это выполненное обещание. Даже у Папы Римского кольцо. Смотрите, у меня, кстати, часто кольцо, да, на пальце. У меня их много, они все литургические. Эти кольца я надеваю только на расклады. Почему? Потому что я даю обещание. Когда надеваю кольцо, у меня идет с этим медитация, заговор. Я даю обещание, что я скажу честно все, что услышу в картах. Поэтому, я про себя просто как пример привела, вышла карта кольцо. Что такое кольцо? Это обещание. Мужчина пообещает вам и выполнит свое обещание. Если какой-то мужчина вам обещал и не выполнил, то этот выполнит, потому что следующая карта – клевер. Клевер – это, конечно, это удача, это выполненный долг. Долг человека по отношению к вам, выполненное обещание. Шикарно. С кем в итоге вы будете счастливы? Его характеристики. Карта гора. У него характеристика такая, что он берет на себя ответственность, он не увиливает от ответственности, нет. Он понимает, что каждый человек ответственен за свои поступки, за свои слова, за свои дела. И этот человек, он не увиливает от ответственности, нет. А гора – это то, что он серьезный, надежный, верный. За ним, как за каменной стеной, можно сказать. Да? Карта гора – это вот как за ним, как за каменной стеной. Карта крест говорит о том, что он может быть вам суждено по судьбе. Но я уже сразу сказала, потому что Вселенная зря нам людей не дает. И раз есть кольцо, значит ангелам угодно, чтобы вы обручились. Но когда выходит тоже крест, ведь он тоже как бы здесь языческий крест, он в таком круге. Потому что языческий крест – это человек на земле. Если вы не знаете, у нас Земля планетой не является в астрологии. Да, почему? Потому что это место, где вы родились, это круг с крестом, это языческий крест. Это вы, связь с Высшим и жизнь на Земле. И поэтому это языческий Ленорман. Видите, pagan значит языческий. Поэтому вот этот крест – это, конечно, судьба. Это символ судьбы человека. Судьба, которая дается в карте рождения, ваша астрологическая. И так было выгодно Высшим силам, чтобы вы встретились, с кем вы будете счастливы, с ответственным, серьезным, с тем, кто по судьбе, с кем легко говорить. Вот это первый признак, что человек вам именно будет комфортен на всю вашу жизнь, когда с ним можно поговорить.
Потому что все там, спальня, все остальное, его там кошелек, профессия, ум. Но это все хорошо. Но это все какие-то добавочные ценности. Главная ценность каждого человека, мы не забываем, это комфортно с ним нам или нет. Так вот, карта птицы говорит, что с этим человеком вам будет комфортно. Это первый признак, что человек вам послан судьбой, когда вы с ним разговариваете, и вы чувствуете, вы на одной волне. Ключ. Ключевой. Если у вас был такой вопрос, может быть, кармический какой-то долг на вас, ну, крест, может быть, и был когда-то, или на вас, или на мужчине, но сейчас уже его нет. Потому что, во-первых, клевер – это легкая карта, легкая карма. Во-вторых, ключ – это решение всех задач. Это решение всех проблем. Сейчас придет в вашу жизнь человек, который решит все ваши проблемы. Или вы вместе сообща решите все проблемы. Потому что все-таки у нас ключ – это, конечно, когда есть ответы на все ваши вопросы. Но это человек, вообще с ним жизнь, с ним судьба – это будут ответы на все ваши вопросы. Вы получите ответы на все ваши вопросы. И ключевые разговоры с ним, ключевые встречи, птица и ключ. С ним вы будете в итоге очень счастливы. О, какой расклад, как песня. У меня вообще расклады часто как песни выходят. Высшие силы вас любят, всех моих зрителей. Медведь – это защитник. Если это тотемное животное, то у вашего мужчины одно из его тотемных животных – это медведь. Это сильный человек, просто сильной харизмой. Вы в итоге будете счастливы с человеком сильной харизмой. А также медведь – это человек, который мощный. У него сильная энергетика. Он способен защитить, он никогда вас не даст в обиду. Вы за ним будете чувствовать себя действительно медведь и гора, как за каменной стеной. Вы спросите день и час, ну, это такой вопрос, когда часто люди хотят узнать. Клевер говорит очень скоро. Если у вас такого человека еще нет, на пустом месте, вот внезапно. Клевер – это всегда очень скоро, и бубновая шестерка – это по утренней дорожке, по ранней дорожке. Очень скоро вы друг друга встретите. Если у вас такой человек уже есть, и вы, может быть, с ним ссорились, рассорки, они, может быть, были кармические, потому что карта крест. Карты соперника не вышла, или соперницы, поэтому я не вижу, что, может, и есть соперница, но она ничего не может сделать вам, она не может помешать вашему счастью, потому что у нас расклад очень положительный. И, знаете, иногда так бывает, что любовь – это заговор двоих против всех. Ну, есть такое выражение, особенно если она юношеская. Вот. Но в любом случае, если у вас есть любовь, это то, что вас держит, то помехи внешние, они наоборот добавляют любви. Так бывает часто. В общем, я счастлива это все видеть, и я знаю точно, что у вас будет все замечательно, и вы будете счастливы. Расклад, он заговорен на любовь и приносит вам счастье. Не сомневайтесь ни на минуту. Друзья, кто меня не знает, меня зовут Лена. Я живу в Канаде, в Ванкувере, на опушке леса, а также на берегу Тихого океана. Наверное, можно было увидеть отсюда Японию. То есть, ну, как бы и далеко, и близко от вас, да? Меня смотрят люди русскоязычные. Ну, у меня тоже есть два украинских канала, потому что я сама с Украины. И у меня тоже есть английский канал. То есть... Русский язык понимаем мы все, кто выходцы из 15 бывших республик советских, да? И у нас с вами есть общая боль, общие радости, общее прошлое, так что нам есть о чем поговорить. И поэтому вы можете жить в любой стране мира или в любой точке мира, но нас с вами объединяет то, что мы можем с вами общаться, да? И я делаю то, что умею, то есть я таролог, астролог, гомеопат, и помогаю вам найти свою звезду, найти свое счастье на моих раскладах. Я на YouTube давно, 16-го года, у меня есть очень много раскладов уже на YouTube, и мои расклады, они старые или новые, неважно, потому что они как старое выдержанное вино. Или же как намоленная икона. Ну, не думайте, я не считаю, что мои расклады иконы, но идея та же,
что многим помогли они, и вам помогут в то время, когда вы расклад нашли. Можно, конечно, поставить лайк или поделиться моим видео с друзьями. Я от сердца вас благодарю за это. Я человек совершенно независимый, и это моя независимая студия. И я не принимаю заказов, поэтому я даже независима от моих заказчиков, у меня их просто нет. Мои люди, мои подписчики, это те люди, о которых я забочусь, и для вас делаю много раскладов, абсолютно безоплатно вы их получили. И это здорово, что вы можете пользоваться моими раскладами безоплатно, я очень счастлива. Но в этом случае, поскольку я не получаю зарплату и не делю свою энергию между заказанными и общими раскладами, я выкладываюсь полностью на общих раскладах, то есть вы себя все равно узнаете, свои подсказки точно получите. Мои расклады магические. Но в этом случае я не получаю абсолютно никаких денег, поэтому я благодарю вас от сердца, если вы решите стать меценатом моего канала. Это можно подписаться на спонсорство, там $1-2 в месяц. Или можно $1 или $2 в месяц послать у меня на сайте мне. Это kolenatarot.com, и переход есть под каждым видео или о канале. Я благодарю вас. Ну что ж, у вас будет все замечательно, вы будете богаты, счастливы, я в этом уверена. Не сомневайтесь в себе и знайте, что наши мысли материальны. А мы с вами будем видеться скоро. Обнимашки из Ванкувера. И до новых встреч, мои дорогие!